Я бросаю тебе вызов, Сьюзи. А я тебе, Моника. Уверена, я надую пузырь больше твоего. Это мы еще посмотрим. Ух ты! Такого я не ожидала! Пришло время устроить тут настоящий взрыв! Ого! Кажется, намечается кое-что интересное! Где же наше угощение? Ух ты! Какая огромная жвачка! Я никогда такой не видела! У тебя такой красивый цвет! Мне тоже нравится! А вкус просто бесподобен! Ты можешь жевать немного побыстрее, иначе я скоро усну! Думаю, я немного приторможу. Этого пока хватит. Отлично. Значит, я могу начать. О, нет! Тут куча чили! Надеюсь, я не сгорю. Как остро! Вижу, ты умеешь зажигать! Ого! Это тебе, Моника! Спасибо, не нужно! Ого, жвачка! Еле отделались. Похоже, это была не жвачка. Неудобно вышло. Новая порция, круто! Мне достался вкус колы. А мне настоящая пицца. Она такая свежая, будто только что из печи. Не прикасайся к ней. Ладно, буду жевать жвачку. Интересно, а она взорвется, если добавить ментос? Моника, попробуй. Спасибо. Получилось. Кола и ментос – это всегда взрыв вкусов. Вау, настоящий автомат с жвачками. А у меня с конфетами. Хорошо, что я взяла монетки. О, как много! Они такие воздушные! Я тоже прихватила кошелек. Вот только он пустой. Как жаль. Ничего, я знаю, где мне взять мелочь. Что ты делаешь? Это же мое! Уже нет, Сьюзи. Я обменяла монетку на жвачки. Так нечестно. В челленджах все средства хороши. Я улетаю! Пока-пока, Моника. Так тебе и надо. Ты это тоже видишь? Целое ведро мороженого! А мне опять досталась жвачка. Можно я начну, пока мороженое не растаяло? Вот эта ложка подойдет. Как холодно! Что с тобой, Сьюзи? Держись, сейчас я помогу тебе согреться. Только не это! Мое мороженое превратилось в розовую жижу. Хотя она тоже должна быть вкусной. Похоже на молочный коктейль с клубникой. Интересно, что будет, если подогреть мою жвачку? Похоже, я зря это сделала. Выглядит совсем неаппетитно. Какие яркие цвета! Класс! Давай посмотрим, что внутри. Похоже, нам обеим достались жвачки. Это повод устроить очередное соревнование. Окей, я не против. Погнали! С моей жвачкой что-то не так. Очень тяжело надувать пузыри. Придется устранить конкурентку. Уверена, сейчас дело пойдет намного лучше. Это не по правилам. Уже поздно что-то менять.
Жвачка в тюбиках, класс! Да уж, это точно лучше зубной пасты. Ты вечно всем недовольна, Моника. Учись радоваться жизни, как я. Открывай рот, сейчас я подниму тебе настроение. Спасибо. Теперь помоги мне. Ну уж нет, это было бы слишком просто. На поле замена. Что ты сделала, Моника? Зато теперь ты вкусно пахнешь. Ах так? Ну, держись. Сейчас ты тоже будешь сиять чистотой. Ой, извини, я немного переборщила. Целая башня из жвачек. Вот это класс. Твоя башня ни в какое сравнение не идет с моей. Начинай первой, Сьюзи. Окей. С радостью. Разве я могу отказаться от возможности попробовать клубничную жвачку? Только посмотри, какая красивая. Очень насыщенный вкус. Ну вот, теперь мне тоже хочется попробовать. Ты все разрушила. Готовься к мести. Остановись! Не делай этого! Ты сама напросилась. По-моему, ты перегибаешь палку. Только Кит-Кат сможет меня успокоить после такого. Какие милые пончики! О, тут еще что-то есть. Похоже на пуговицы. Хорошо, что мне достались жвачки. Они отлично дополнят мой пончик. Тебе просто повезло. А тебе нет, так что нечего завидовать. Не торопись. Добавь сначала пуговицы. Да пожалуйста. Вот, смотри. Довольно? Как жестко. Ой, я случайно. Но ни о чем не жалею. Пока. Жвачки с каким вкусом больше всего любишь ты? Подумай над этим, пока смотришь неудачные дубли. А после расскажи в комментариях. Мы обязательно используем самую популярную жвачку в следующих роликах. Чтобы не пропустить, подписывайся. До новых встреч на Мультидо!